Здравствуйте, Василий, спасибо, что согласились дать нам небольшое интервью. Пикник Афиша существует уже не первый год, и это был, наверное, первый фестиваль, который был такой, включал в себя все. Теперь появился фестиваль ВКонтакте. Скажите, вы как-то конкурируете или вы совсем разные? Кроме фестиваля ВКонтакте появилось еще около 20 музыкальных фестивалей. Пикник Афиша появился действительно первым. И он придумал, на самом деле, этот формат музыки, развлечений всего на свете вместе. Мы не конкурируем напрямую с фестивалем ВКонтакте, потому что у нас есть очень конкретная своя аудитория, которая ходит на пикник, потому что разделяет ценности, которые декларирует Афиша. И пикник Афиша — это в первую очередь маркетинговый инструмент всего холдинга Афиши, и как бы, который рассказывает про то, во что мы верим, что мы любим и зачем мы существуем. Фестиваль ВКонтакте скорее агрегирует как бы все классное, что есть в России. Это просто большой новый фестиваль, мы пока ничего про него не понимаем, посмотрим, через несколько лет поговорим об этом. Пока не понимаю. Но у вас нет ощущения, что ваши зрители ушли на VK-фест? Нет, у меня есть ощущение, что этот рынок совершенно... Он еще очень глубокий, и туда еще копать и копать. И время, когда аудитории реально будут уходить с одного фестиваля на другой, оно очень не скоро наступит. И вообще, может, никогда не наступит, потому что людям будет приятно ходить на много фестивалей. Я сейчас слышала ваше выступление, и вы единственный из всех на панели высказались о том, что фестивальный бизнес — это действительно такой потенциально прибыльный бизнес, в котором нужно развиваться, много чего знать, учиться и действительно получать на этом хорошие прибыли. Как вы считаете, где этому нужно учиться? Ну, во-первых, надо анализировать опыт зарубежных конкурентов. Мы проделали огромную работу, мы анализировали, как работает Primavera, как работает Sonar, как работает финский фестиваль Flow, как устроена структура их доходов, расходов, как они зарабатывают. Это ужасно интересно, это суперинтересный бизнес. Есть чему учиться. Понятно, что в России, да, сложно, окей. Но как бы либо можно делать что-то здесь, либо не делать. И мы как бы решили делать. Поэтому нужно учиться в этих реалиях, работать и зарабатывать. Это действительно возможно. Я не вижу никакой как бы проблемы в этом. И мы делаем усилия в этом направлении. Есть второй вопрос, что когда ты делаешь то, что действительно классное, то, что необходимо, в России необходимо делать фестивали музыкальные, в России необходима эта культура с того, чтобы можно было вместе собраться, провести клевое время, собраться с людьми, которые тебе не противны. В 2016 году это супер важно, собраться вместе с какими-то своими единомышленниками, с людьми, с которыми ты разделяешь общие ценности. Пока мы это будем делать, я думаю, что все будет в порядке. Вы впервые на Колизиуме или уже были? Я впервые на... Впервые здесь. Это, мне кажется, довольно важно. Важно, чтобы мы все собирались, договаривались друг с другом, обсуждали. Это интересно. Я рад, что нас позвали. Как вы считаете, вот конференция Колизиум своей миссией, своей целью определила такой фразу: мы вместе, мы делаем музыкальную индустрию лучше. Вот сегодняшняя дискуссия, сегодняшние встречи, как вы считаете, они, это действительно так? Здесь можно что-то как-то продвинуть, вот то, о чем все говорят, объединение, дружба, взаимная помощь, контакты, это все здесь происходит или это вымыслы организаторов? Ну, я бы, честно говоря, поменял бы формулировку из «мы делаем музыкальную индустрию лучше» в то, что «мы делаем музыкальную индустрию», потому что сомнения в том, что она есть вообще, как некая индустрия, они есть, и такие встречи, они необходимы именно для того, чтобы мы действительно превращались в какое-то одно сообщество.